Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь Казуку Фэмили. Если вы слышите музыку и видите эту героиню, то значит мы в принципе проходим продолжение Return 2 Runaway, продолжение первой части. Кто не следит за новостями, следите. Будет плейлист в принципе на прошлую часть. Присаживайтесь поудобнее, приглашайте друзей, ставьте лайк. А мы, в принципе, погнали. Я расскажу, что с этой игрой были проблемы, потому что я не хотел в свое время ее брать в Стиме. Вот. И, короче, там проблема была в, как сказать, не стимовской версии, в том, что нельзя было сохраняться. Не знаю, как вот в этой стимовской версии, потому что я скачал типа демо-версию и перенес не стимовскую версию в демо-версию. Вот, и не знаю, станет полная версия или нет. Если не станет, то придется проверять опять снова не стимовскую версию. Но мы не будем об этом запариваться, игра новая. Вот, так что присаживайтесь поудобнее. Полный вперед. Так. It was summer. My fiance's son planned a camping trip for me and all our friends. Things started out fun enough. We cooked food, relaxed, and told ghost stories. But then it started to get weird. I found a note and everyone started fighting. Ну да, это она рассказывает, что произошло в первой части. I was left alone. Там все закончилось этим призраком. Про поезд. I found a train. Turns out it was so much more. The train took my friends one by one. I had to watch them all die. Till only me and Sen were left. Train had so many secrets. Somehow, I found myself untethered from time. When I traveled to the past, I met a little girl named Ayumi. She said she could help me. That was a lie. She was the one responsible for all of this. She killed my friends. She trapped me here. She stole Sen's mind and turned him against me. I never felt so alone. So scared in my life. I defeated her. And now that we're free, it's time to start picking up the pieces of our lives. I don't know how we'll ever move past this. But what I do know is that I still have more questions than answers. Глава первая, презираемая женщина, да? Посмотрим, посмотрим. Так. Wait, Saki. Saki, подожди. Let's go, Sen. We don't have time. Пойдем, Сен, у нас нет времени. Why are you in such a hurry? Почему ты так торопишься? What do you mean? Что ты имеешь в виду? This place is a waking nightmare. It took our friends, and it tried to take us too. We have to get out of here. Это место кошмар. Она забрала наших друзей и хочет забрать нас. Мы должны уйти отсюда. I need to tell you something. Мне нужно кое-что тебе сказать. We can be reunited. Yuta, Kane, Kazuki, she said they're all waiting for us. That we can all be together forever. Аюми сказала, что мы можем снова быть вместе, Юта, Канаэ, Казуки. Она сказала, что они все ждут нас. Мы можем быть вместе навсегда. Это стрёмно. No, it's not. It's romantic. Don't you want to be together forever? Нет, это не так. Это романтично. Неужели ты бы не хотела навсегда быть вместе? Right now, I just want to focus on finding the nearest exit. We can do it forever later. Прямо сейчас я хочу найти ближайший выход, а с этим мы разберемся позже. You're not listening to me, Saki.
Ты меня не слушаешь, Саки. No, I'm not. Cause we need to go, Sen. Нет, не слушаю, потому что нам нужно идти, Сен. Damn it! It's not working. Черт, оно не работает. Подожди, я что-то заметила. Саки, please. Саки, пожалуйста. I know how we can get out of here. I bet we can pry that door open if we find something sturdy enough. Я знаю, как отсюда выбраться. Я думаю, что мы можем открыть эту дверь, если найдем что-то достаточно прочное. Saki! Shut up and listen to me! I'm staying here, and you're staying with me! Saki, замолчи и послушай меня. Я остаюсь тут, и ты остаешься со мной. The way you're talking, Sen. This is exactly why we need to leave. This place, it's bad for us. Мне не нравится твой тон, Сен. Именно по этой причине нужно уйти. Это место, оно плохо на нас влияет. Now, теперь я буду искать что-нибудь, чтобы открыть эту дверь с тобой. Или без тебя. Саки. Саки. Так, вот идет у нас обучение. В принципе, учат бежать. Потом идти бесшумно. Фонарик. Рюкзак. Прятаться. И все, да? Так, найди способ. Угу. Так, хорошо. Так, вот, допустим, те данные, которые я тестировал, да? Так, допустим. Стоп, опять прятаться, да? Fire extinguisher. Guess I know where to так, go. Огне... I remember this. It's the janitor's locker. I can't open it. Thanks. И чё, куда нам вали? Not that thing again! Sen, we have to hide somewhere! Нам нужно где-то спрятаться. Ты куда? Sen, come on! Sen. А куда? I already told you, Saki. We're not leaving. It's time to greet our. Я же сказал, мы не уходим. Мы поприветствуем нашего хозяина. Ну, он, короче, долбанулся. Our host? What the hell are you talking about? Нашего хозяина? Что за хуйню ты несешь? Так, подожди. Ну что, сюда? Where did he go so quickly? Куда он так быстро убежал? Туда, наверное. Что за... Мне нужно спрятаться. Так, подожди. Ты спряталась или нет? Трэш. Просто продолжай двигаться. Такс. I think it's safe, but who knows for how long? I got to keep moving. Так, я думаю, здесь безопасно, но кто знает, надолго ли. Мне нужно идти дальше. Так, вам стоит избегать
приближение этого существа. У вас будет короткий, чтобы убежать прямо сквозь него. Когда оно временно будет ослеплено. Так, подожди. А там что-нибудь есть? Здесь не, нифига, да? A broken down old call box. It... сломанная. This thing is falling apart. These Teru-Teru Bozu dolls again. Так, пока ничего. Видимо. Особенно. This, да? Can't be opened. Mm-hmm. Nothing but empty. Пустые шкафчики. So many. А здесь что? The Ojizo-sama shrine. Так, с ним пока взаимодействовать нельзя, да? В смысле застрял? А, подожди, а как я тебе это? У меня же в инвентаре только кулон и заметки. Так. I remember I opened this before. Who would have locked it again? Кто мог снова это закрыть? Я не знаю. Гвоздь. An old nail? Worst case scenario, I guess I could use it as a weapon. Ага, вот снова у нас сохраняшки, да? Чего? Old food. Блять, я понял, подожди. Да откуда? Да блять, свали же. These pictures make me feel. The door is jammed. Да ёпарас, да откуда я знаю, как это проходить? Это реально, бред, капец какой-то. Гвоздь остался, это понятно. Так, подожди. Ага, примечания мы не забирали, да? Только вот вопрос, нафиг нам это надо? Во всех местах можно прятаться, блин. Подожди, а... Да ёпперс, это нихера не видно. Нет, комбинировать не надо. Так подожди, а как ты можешь... Here
upstairs. Да понятно, что в туалете что-то застряло, а как это комбинировать, алло? Here's... Как использовать объект? Я понимаю, что застряла, но как использовать объект, алло? Писюлявка ты малолетняя, а? Как использовать? Не сюда? They seem like... Прекрасные деликатные штучки просто. So many... Nothing but empty... This can't be opened. Да я понял. These teru-teru... This thing is full... Блин. Опять. И где он, блядь? Вот он, да? Сучара. Что, реально нужно идти туда, где он, блядь, что ли, или чё? Иди в жопу, мана. Почему он тут ходит, сука? I remember this. Подожди, не можешь открыть, подожди, может ты можешь. I remember this. A fire sting. Блин, я понимаю, что ты можешь. Блять. Ничего, он. Сука! Ах ты тварь ебаная, блядь. Заметил меня, пидорас. Чё мне, блядь, делать? Куда мне этот гвоздь использовать, сраный? Чё, блядь? Мне кто-нибудь бы предупредил, что можно комбинировать вот эти две херни? Ну, примени же ты этой хуйнёй, а? Ключ. Oh, it's a key. I can't believe my makeshift fishing pole worked. Только вопрос, от чего ключ? Вот это уже вопрос. К этому замку? Какому замку, блядь? Я не понимаю, это пока нам ничего не дает. All these pictures make me feel like I'm... Подожди.
No. The door is jammed. Эту дверь заклинило? А, в смысле, мы эту дверь мы пройти, видимо, уже не сможем, да? Угу. Ладно. Окей. А чего тогда у нас ключи? Ручка швабры? Ага! A mop handle! В смысле? This should be exactly what I need to get out of here. Блять! Сука, да как ты меня заметил, пиздюк? Ебучий случай. Как этот петух меня замечает, ёбаный ты в рот? Я уже заебался от этого призрака бегать. Здесь, сука. Блять, мразь тупая. Ебать. Вот это трешники, я отвечаю. Чистые напряги только из-за того, что этот мудак там, и все. И постоянно нужно ждать. Вообще пиздец какой-то. Какой-то трэш. Чувак, может ты съебешься, нет? Иди в жопу, а? Да-да-да, именно туда, пиздючара. Блять! Вот если он сейчас... Вот где этот гондон? Вот хули он меня не пропускает, вопрос. Ты издеваешься. Как же ты заебала. This is an opening without some... Открывай. Just a little more. Чё? Саки, what are you doing? Саки, что ты делаешь? I'm opening this door and I'm getting out of here. Are you coming with me? Я открываю дверь и сваливаю отсюда. Ты со мной? Ну да, естественно, нет, да? That's not our destiny! We're destined to be together. Forever. Это не наша судьба, нам суждено быть вместе навсегда. I'll take that as a no. Буду считать, что ты сказал нет. Саки, can I have my pendant back? Саки, ты можешь отдать мой кулон? What? Что? Can I have it, please? Отдай мне его, пожалуйста. Why are you
asking for that now. Зачем ты спрашиваешь сейчас? У нас есть более важные дела, сын. Саки, give it to me! Саки, отдай ему мне! Wait, Saki. Чё? You're still not listening. Exactly! I'm not listening to Ayumi's lies! You're wrong, Saki! Ayumi would never lie to me! She loves me. You're not making sense! None of this makes any sense! I'll prove it to you. You'll see. Just give me the pendant first. Sen! She's still here, Saki. She's still with us. In us. Don't! Ayumi! Охренеть. I need a high to think this through. Так, спрятаться и все обдумать. Ёп, просто это. А где могло? No, I can't go that way. А куда идти-то? That's a pit. Ёпарасете, вы чё, народ? I can't bear to look. Но этот лай... I wish we could all go back. Лагерь я-то помню. Так, сейчас, народ, подождите, я попытаюсь кое-что сделать, потому что... Чё-то... Так, наверное, так. No. Подожди, а чё нам делать-то, алло? Ничего не пойму. Куда валить-то? No. А куда? Что? That's a... Подожди, камень. А что у нас осталось среди этого? Кулон Сена и всё? Should give me enough cover. Нахер пошел, черт. Oh no, that's the way I need to go. Куда? А как ты его отвлечешь-то? Чем? These were sins. Чё? No. Да понятно, что ты не можешь. Подожди. А чё нам делать-то в натуре? Подожди. У нас же ничего, в принципе, нет. No. И что нам делать? I sure hope this works. В смысле, а что ты сделал?
дальше. Чего? That wasn't there before. Those earthquakes really did a number on this place. Что за землетрясение? Чего? A rope! Ну, веревка, ну. I hope this does something. Так, мы спускаемся по веревке, походу, да? Подожди, вплавь? Лодка? О, теперь ролики вроде нормально. Глава вторая. Потерянные в лесах. Мы это сделали. I'll never go back. Ну, конечно, ты туда не вернешь. Everyone is gone. Хотели на пикник, но пропали. Надо отсюда выбраться. Так, исследуйте местность. Кошка? It's just a cat. Просто кошка. What are you doing out here, little kitty cat? Well, if you're here, that means this place can't be all bad. Кошка. Интересно. Так. Чё там, дом что ли или чё? Так. Что? An old house. Старый дом. I didn't think anyone lived in this area. Допустим. Hello? Is there anybody home? Хрен его знает, кто дома. Great. More rocks. Много камней. А здесь? This doesn't look very pro. Дикс. Unlocked. Hello? Is there anybody home? Есть кто? Что там такое опять снова? Ага. Все-таки это была какая-то, да? Как, короче, это выглядело как первая глава, да? Интересно. Так. Ну, я, короче, посмотрю, как я смогу сделать это.
Я, короче, посмотрю, как смогу сделать нормальную, в принципе, версию. Вот. Так что попробую сейчас сделать паузу. И, в принципе, вернуться и посмотреть, что будет. Как получится. Вот, короче, как-то так. Вот так вот, друзья. Так что не прощаемся.